Всем привет, привет, YouTube, солнечная Таля на проводе. Дизель, иди сюда, дизель, видите-ка. Как он у вас красивый. Белло. Да. Оу. Se non stai fermo, dove te lo metti? Oh. Contento, pazzo. Радий Байкал шоу. Я села вот там вот на эту качельку, и блин, все штаны мокрые, там мокро. Видно, дождь залил матрас. Я не посмотрела, села. Разговаривала с Леной, с мамой отличника. Она говорит, давай домой едь. Потому что я не знаю, куда видео дели. Вчера снимала видос. Что-то не могу найти. Неужели удалили видео? Где он мне сказал, что я ему должна 100 евро отдать. Те, которые он мне подарил на Рождество. Фотография. Да, Лино? Да. Да. А зампа сидела. А ты зафермала прима, но... Фотография 9 на 15. Знаем на подписью на память. Давай, спинжи. Блин, мокрые штаны, капец. А что Лена мне, я сейчас с Леной разговаривала. Лена Павловна, я говорит, Маринка, а что ты опухшая? Говорит, один нос. А что? Я так хорошо вроде выгляжу, так на себя посмотрела. Просто что не накрашена. Блин, холодно. Кажется, что весна, да, Карло? Сембра ки примавера, però freddo, а? Сомбра примавера, два веста. А? Два веста примавера. Ну, сембра. Dio che bab non li voglio. Siamo 1, 2, 3, 4, panini, piadini, chi vuole? No, no, non lo so, è più buono. Ma vuoi vedere una piadina 2? Giovane, stacca sta cosa. Fare. O è 2 piadini? 1 per 1? Да, мы приехали в спортивный магазин. Надо посмотреть Саше кофту. Она едет на лыжах кататься. На горнолыжный курорт. Мама мне, сколько людей, это капец. Опену Дидженко. О, мэн. Джилла, ты ласай джа довы квести мали, если мне фай ведери суби, так уже. Весь зад мокрый. Села в лужу и намочила весь зад. Он о своих собаках может разговаривать бесконечно. Бесконечно. О собачках разговаривать. Красивая женщина какая. Вышли с магазина, я взяла там Сашу, надо было ей взять эти самые перчатки, там кофта, штаны, маска. Потому что другие вещи у нее есть. Валиджа, рагаци, ты бы купила валиджа. Валиджа, аркаре. Какая женщина красивая, подтянутая. Карло, андиамо! Питароссо.
Карло, идем. А, какой ветер. Людей полным-полно. Все детей собирают. Сейчас же начинаются горнолыжные курорты. Время. И прям много покупают. Вот тоже перчатки. Я смотрела маски. Кто-то первый раз детей отправляет, кто-то уже докупает что-то. Ой, холодно-то как. Где машина? Новая машина. Ой, как холодно. Холодно. Это еще один китайский магазин, мне надо здесь посмотреть. Сашки этот самый. Дома. О, мама родная. Сегодня мама мне звонила. Cosa guardi Lino? Appena per neonati? Ah, Lino, що смотрел? Ah, що смотрел? Джуела, guarda cosa guarda il tuo marito. Lo so. Comprati. Ce ne sono troppi a casa. Я рекупи себе такие, она говорит, у меня таких уже много дома. Ой, Lino, блин. Ой, я не могу, Lino. Мама, какие фантазии. А? 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 Quello non ce l'ho, però. Так, валиджа, валиджа. Ой. Dove? Là c'è uno pure in fondo, forse. Vabbè. Salve. Valigia, eccole. Ogni valigia. Ale, 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 ale. No, questa è piccola. Ci vuole una 54 euro, 54 euro. Questa qui quanto viene? Questa bianca. 40, no, 50 euro. 50 euro. E quella rosa? Uguale 48,90 signorino, ma meglio questa è un po' piccolino, tanto quanta roba ci può portarsi per due giorni. No, ma il pantalone, la giacca di per sciare. 50 euro. В таких вот можно хранить чеснок. Красивые такие баночки. Видите, это китайский, это тут рядом с Карло, который 5 евро всего стоит. Видите? Для соли также тоже можно. Красивый магазинчик. Баночки тоже, видите? Набор вот такой вот. Али, 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 а. Эти салатницы. Одна, 1 евро, вот такая вот маленькая. Хороший магазин, красивый. Товар для дома.
Ой, прям вообще, девочки, там вот так вот могу стоять здесь часами. Я могу стоять, разглядывать что-то. Больше, чем в шмотках я буду стоять здесь. Боже, у меня раньше были аквариумы. Так жалко, что я Клеопатре подарила аквариум. Надо у нее забрать. Она же не отдаст подлюка теперь. Аквариум хочу. Маленький. Чтоб рыбки плавали. Так. Я чемодан смотрела, но что-то они здесь такие, ну, пластика за 50 евро. Не знаю. Боже, какие тут у меня. Сакетти per congelare. Кстати, мне должен, я друшляк надо хороший мне купить, красивый. Я уже нашла на Амазоне. Ой, девочки. Ой, что этой жизни. Ой, какая красивая елка. Со свечами, блин, надо брать. Интересно, сколько она такая стоит, елка? Очень красивый подсвечник. Девчонки, вообще просто, посмотрите. Видите, елочка типа и подсвечник. Ой, красиво. Где Джоэла? Джули? Джулия, Варда. Сентима, quanto viene? Dove il prezzo? Ma senti, guarda. Sul tavolo. 7,99 euro. 8 euro, глянь. Bello, bellissimo. Guarda, Gio. Ti piacciono, Oh, da morì. Questa è per la grande, no? Per la candela grande. Eh sì. Да, Джоэла. Саша тоже любит вот такие вот штучки, когда я покупаю. Зажигает себе свечечки, когда сидит на кухне. Тоже для свечки. Красиво, Джоэла. Bellissimo, guarda. Se tu come mi 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 a sexy mi 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 mi. А вот это ora in moda. Sì. Tutti comprano ora questi qui, покупают. Сейчас очень, ну, не достану. Сейчас модно, видите, там типа птичка сидит в клетке, туда цветы ставят. Девчонки. Ой. Ой, девочки, мальчики, мужчины. Какая красота. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, Джоэла, значит, все, мы с тобой. Con te siamo, dobbiamo venire qua fra tre settimane. Ah, sì, ok. Se vieni qui a fare un po' di shopping, eh? La sai cosa ho visto io qui una volta? Le tazze grandi per metterle dentro fiori. Che, ah, sì. E dove sono? Non lo sai? No. Stanno qua. Io qui покупала чашки такие большие, красивые. Ага. Для цветов. Типа как. Маме свои, помню, отсылала. Мама там печенье в такой чашке огромной хранила. Ну, на столе стояли у нее. Обожаю такие вот магазинчики я. Вообще класс. Ни конца, ни края у меня нет. Какая собака большая, красная. Как раз мне на кухне. Белый с красным. Боже, что я к этому красному цвету привязалась? Что-то Остапа понесло.
La 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 la. Здесь буковки есть. Статуи. Вот это потом вытирать пыль с них. Здесь есть эти самые шторы. Шторы. Сердце. 8 евро 29 копеек. Красиво. Сейчас вот это так модно. Вот это сейчас в Италии все вот это вешают на двери. Вот такое вот вешают. Очень красиво. Кто-то это делает своими руками. Смотрите, какое там желтое сердце красиво. Ой. Данч. Кто-то мне советовал цветочки искусственные. Не-не, не хочу. Я искусственные цветочки вешать. Так, это вазочки. Девочки, как я замерзла, как холодно. Попугайчиков хочу. У меня раньше попугайчики неслись. Прям по 7, по 6 попугаев у них было. Вообще просто. Маленькая красивая баночка. Ну, под что-нибудь там. Вот сейчас такие вот клетки, они все покупают на Фейсбуке, в группах девчонки. И туда ставят цветок. Ставят туда цветок. И вот так вот, это точно вот мне такой надо купить от моряка. Чтобы цветок купить и поставить на стол, чтобы моряк его не это. Ничего с ним не делал. Велосипеды сейчас вот такие тоже модные. Они, девчонки ставят в интерьеры. Ой, какая ваза, девочки, красная. Гляньте. Вот здесь я покупала как-то кружку огромную, большую, красивую. Смотрите, девчонки. Нету. Вот как красиво сделано. Ну что, неужели не красиво, девчонки? 21 евро. Вот такая вот штука. Молодцы, молодцы, умеют делать. Кто рукодельничает, видите, тоже вот для цветов. Как идея, да? Красиво, 24 евро всего. А какая красота, сколько красоты в этой 25 евро. Посмотрите, горшок с цветами сюда поставить большой, да? Не коты. Я везде наставила бы. Нет этой кружки. Для фруктов, для овощей, на роликах, видите? Ой, какой стул. Все, мне надо купить это под микрофон и там и сидеть это петь. Ой, вообще. Ой, Варда, Варда, Варда. Какая красота. Девочки, посмотрите. Боже, на холодильник. Красиво, как все сделано. Смотрите, симпатичненько все. Это я вам показываю сейчас то, что модно. Вот сейчас вот видите, оно пользуется спросом, поэтому это все делают. Видите, закрываются тоже. Для овощей можно, можно овощи красиво хранить. Будет у вас стоять такой и красивый, и удачный вариант. Молодцы, хороший магазин. Andiamo? No, l'ho guardata, non ci sono.